История этой семьи должен знать каждый. Святые Петр и Феврония считаются примером настоящей любви. Неисчерпаемая жизненная мудрость, сила, чистота и верность вдохновили художницу на создание тематической фотовыставки. Выставка сделана для того, чтобы рассказать большинству людям, особенно детям, кто такие были Петр и Феврония, почему они стали святыми, откуда пошел исток этого. Потому что многие, даже и взрослые, вот приходят, и они не знают, кто на работах, да, что это вообще расскажет, что происходило. Фотосессия проходила в Мурме. Автор попыталась передать хронологию жизни святых. Воссоздать костюмы того периода помогали сотрудники Мурмского дома народного творчества. Моделями выступили жители города. Фотовыставка «Благоверные князья Петр и Феврония» – это новый проект Александры Благининой. Над ним художница трудилась около 6 месяцев. Мы старались приблизиться, да, к быту, к этому. Да? То есть мы снимали старые избе, где старые вот эти вещи того времени. Да? То есть мы старались именно показать те места, где они были, ну, максимально приблизиться как бы, к тому времени. А гробница, она с храма сфотографирована, где и лежат их мощи. В своих работах художница стремилась отразить характер и духовные качества героев, их веру и силу любви. Многие работы уже украшают дома семейных пар. К примеру, эта картина была подарена председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву на очередной выставке в Муроме. Православные верят, что Петр и Феврония являются покровителями супружеских пар. Они от отношений друг с другом перешли на ответственность и за свою семью, и за всех тех людей, которыми они управляли. Сегодня государство тоже абсолютно четко дает нам, своим гражданам, посыл о том, что именно семья, дети, матери – это первое, о чем заботится государство, чему уделяет внимание. Фотовыставка проходит на 3-м этаже в информационно-образовательном центре Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Георгия Плеханова. Продлится она до конца апреля. Вход свободный. Мэри Бадунц, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.